Ти народ, кто помнит, что задано? Я и что? Так, мне класс. Так, молчи. Здравствуйте. Что это, признавайтесь, кто нарисовал? А то сейчас всем будет два. А ты в ты нарисовал? Нет, не я. Блин, Яковлев, ты? Да нет, не я. Смирнов, ты? Да не я, я. Не болтаем. Признаваемся просто, кто знает, может кто-нибудь знает, кто нарисовал, честно. Я ругать не буду, но если сейчас никто не признается, то поставлю всем два за поведение. Никита, ты? Да я. Я знаю, кто. Кто? Никита Середа. Отлично. Вон он, там. Никита, остаешься после уроков, завтра приходишь с мамой. Круто, Никита, я тоже после уроков остаюсь. Блин, скучно. Итак, дети, открываем тетради, записываем сегодняшнее число. Помним, что мы пишем буквами. А то я тут проверял тетрадки, кто-то еще цифрами пишет. Яковлев, ты? Да я. Пипец, идиоты. Записываем, пока я тестирую эти каляки. Это не каляки, это признание в любви. Ну давай, итак, накажи его. Сейчас тема сегодняшнего урока — это как слушать учителя на уроке. Я вам вешаю вот такую вот памятку. Все читаем. Все читаем, а потом я вызову кого-нибудь к доске. Нет, только не к доске. Пожалуйста, читаем первое, и я вызываю кого-нибудь. Скажите, когда вы прочитали? Читаем вот первое. Я сейчас отлучусь, вы дочитываете. Я отлучусь, читаем. Читаем. Как у вас там дела? Кто-нибудь дочитал? Нет. Даю вам последнюю минуту. Так. Ой! Учитель, что с вами? Я делаю очки, тихо. Итак, к доске выходит... Учителя обнаглели, народ, согласны? Тихо, идите к доске. Да. К доске. Я задам вопрос. Имею право. Нет, не имеешь. Имею. Нет. Да? Нет. Да, нет, да. Тихо. Оставь тебя. Итак. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Можно ли говорить вместе с учителем? Нет, нельзя. Так, нет, хорошо. Сколько процентов знаний мы получаем с помощью зрительной памяти? 90. Правильно, молодец. Садись, ты молодец. Ура, я молодец. Итак, следующее прочитаю вам я, а то я боюсь, что вы плохо прочитаете. Учитесь думать вместе с учителем. Собственная мысль обычно возникает при контакте с мыслями других людей. Школьник способен мыслить в 4 раза. Что? Круто! Нет, в 4 раза быстрее, чем кто? Учитель! Правильно. Я же говорила, что мы круче, чем училка. Итак, дети, прошу всех занять свои места. Сейчас я вам буду рассказывать, почему обычный школьник мыслит в 4 раза быстрее, чем учитель. Слушаем внимательно, записываем в тетрадь. Итак, вы, обычные школьники, мыслите намного быстрее, чем мы, учителя, в 4 раза больше. Кто думает, почему именно в 4 раза? Конечно, потому что мы младше, потому что мы особо лучше, да, согласен? Согласен. Так, ну, походу, у кого есть варианты? Да. Ни у кого. Тогда я буду сама спрашивать. Смирнов. Что?
Почему вы школьники именно в 4 раза быстрее мыслите, чем учителя? Не знаю. Ну что, не догадаться. Нам учителя по 40 лет. 40 разделить на 4 – 10, вам по 10 лет. Что непонятного? Вообще-то мне единственное тут 12 лет. Итак, комары. Это к нам завуч заходит. Директор! Итак, ладно. Мы закончили свою школу. Итак, сейчас по каналу, это уже вне видео, я провожу конкурс. Мы проводим конкурс. Да, мы проводим конкурс. Итак, я записываю на доску вопросы. Кто правильно ответит на 3 вопроса, пишет... Пишите в комментариях. Напишите свои ответы, 3 ответа через запятую. В следующем видео я скажу, кто правильно ответил. И этот человек мне должен будет написать, какое видео он хочет, чтобы я сняла. Итак, слышь, Никит, хрень какая-то. Я записываю вопросы. Согласен. Училка, можно уходить? Нам скучно. Можно. Ура! Да, победа, победа, мы ушли. Ой, парень, Вань. Слышь, блин, Никита, не перди. Ой. Ты никогда мне не понравишься, если будешь пердеть. Какого черта? Давайте пока следить за рыбками. Итак, первый вопрос. Какой мой любимый цвет? Второй вопрос. Рыбки. Диан, нам нужно выходить. Простите, это все еще директор. Ты директор уже задолбал. Сколько у меня животных? Я сокращенно же. Понимаете, нас на совещание просят. Не можем быстро. Долго, точнее. Сколько у меня животных? И последний вопрос. Последний вопрос. Сколько? Последний вопрос. Сколько мне лет? Пожалуйста, покажите, чтобы... А теперь всем спасибо и пока-пока!